Как-то раз ко мне зашла в класс Лариса Павловна Иванова, наш теоретик, профессор, все это, и попросила несколько слов написать о марке, о марке Ароновича Эттингера. Я согласилась. Она мне дала несколько дней, но я так вдохновилась самим именем Марка Ароновича, я его так обожала просто, они уже были, нет, они еще были здесь с женой, то я тут же пошел с их. Я записала его и спустила вниз ей. Она сказала: откуда вы его взяли? Я сказала: из головы. Как из головы? Вот так вот, потому что я обожаю Марка Ароновича. Марк Аронович очень смеялся тогда, все это, и Фаина Михайловна тоже. В общем, да, я с удовольствием написала стих. Стих такой, стих получился акростих получился. То есть с левой стороны получился, если читать по вертикали, то с левой стороны получается то, что я хочу этим стихом сказать. Этуаль, звезда вы наша, теоретики глаголят. И они, конечно, правы. Нам на них глядеть завидно. Где ж такого? Все мы и сыщем. Если сердцем слать желание, радуйте своей нас жизнью. И получилось? И получился Эттингер!